Национальный холдинг «Зерде» продает акции первого казахстанского IT-университета. Пакет ценных бумаг в 500 000 акций уйдет с электронных торгов до конца года в рамках второй волны приватизации. Международный университет информационных технологий, расположенный в Алматы, работает с 2009 года. Его учредителями помимо государственного холдинга является Университет международного бизнеса с долевым участием в 33,5% и общественная организация «Фонд образования Нурсултан Назарбаева» с пакетом акций в 33,3%. У холдинга «Зерде» доля аналогичная, ее оценили в 800 миллионов тенге. Это минимальная цена объекта продажи. Объем доходов «Альма-Матер» вырос с первоначальных 65 миллионов до более чем 500 000 000 тенге. Ограничений по торгам нет, аукцион намечен на сентябрь. Сам комплексный план направлен на то, чтобы уменьшить участие государства на рынке. Вот, и наш актив, Международный университет информационных технологий, может существовать уже без государственного участия и развиваться на рынке самостоятельно. Для дальнейшего развития, наверное, это правильный шаг.